собачка пасет. Ну велосипед не сломайте только, А те еще стащили, а? Куда? Куда? А? Ну так это. Какой результат того, что они приехали-то? А? Какой результат, что они приезжали-то? Никакого. Ну то есть вам ход открыт дальше ходатайствовать? Пожалуйста. Куда? Куда? Не упади там. Батюшка тут. Куда, куда? Раскудахтался. Лестница у овечка стояла, голову сунула и уронила, но не попала по ней. Лестница стояла, овечки сейчас батюшки. На одна сунула голову, лестницу потянула и на себя. Она брякнулась, но мимо, не попала. Да что у вас тут? А? Значит, что получается? Первый столб получился, второй получился, третий тоже примотали в двух местах. Сейчас угловой четвертый. Вот это пятый у них получился. Шестой, седьмой, седьмой еще нет. Вот так, Потеряевка. Батюшка тут с палкой, как теркал или как называют его этих. Машет рукой, меня зовет. Горох разгружают. О, пыль идет. Меньше урожая, меньше. Что-то там перемешали с мусором. Что-то такое говорит. Ну-ка. Шерсть короткая, ничего в руке не осталось. Но меня интересует, а приезжали-то они что, отговориться или помочь? А чем она поможет? Советом, ходатайством. Она много советов давала. Или сами учите дома, или по компьютеру только. Или вообще не учите. А в Москве еще в 70-е годы уже не отдавали. Тарновский мне все писали, дома учат детей, а сдают экзамены в государственной школе. В советское время. Пожалуйста, они предлагают это, учите дома. Ну вот. А кто будет учить? Ну это кто? В то время было. Сегодня, если он в 8 классе ходит... Я знаю, знаю, что программа другая там. Кто там? Он не решит ничего. Чему ну не надо портить ум им, детям. Пускай учат Слово Божие, псалтырь. Ну так. Акафисты, каноны считают. Это вот дальше лагерный пруд, видать. Вот. А нет, что, она приехала ей сделать ей отписку. Оттуда ей, с Барнаула, сказали, да, разобраться. Она разобралась? Она приехала, вот. Еще она может написать? Была. Дальше? Видела.
приехал. У нас главное не аттестованная школа. Должна аттестацию пройти, а у нас этого не аттестованная она. И как это ее аттестовать-то? Как? Подавать надо заявление. Вначале надо дом этот, чей дом? Чей дом, узнать, чей. Да, вот чей. Есть, нет кадастра, номер на него. Да нету. 20 лет учились ученики без кадастра номера. А теперь без кадастра номера учения недействительно. Там новые подросли, которые мест не имеют. Они теперь кадастры номера придумали. Вот, вот и все. Я был в этом, где кадастры номера. Ты не знаешь, аэродром. Да. Кажется, 80 кабинетов подряд. Я из коридора во все кабинеты, в любой заходи сразу. Я с дома регистрировал. Говорит, в одно окно. Правда, в одно окно. Приехала сегодня. Он посмотрел, так расписал. Через неделю я через неделю прихожу, он говорит, во второе окно. Я во второе окно опять тут посмотрел, опять пять раз, пять окон. Они, главное, с первого окна так вызвать надо, чтобы геодезист там что осмотрели. Рассмотрели, посмотрели, заплатил. Теперь ждите второе. Второе окно ждать когда? 3 месяца. Через 3 месяца они говорят, первое недействительно, даем только на 2 месяца. Опять первое вызывать. Они, видишь, ей сделать, она сейчас, как говорится, ей неприятно, что они сколько лет мочают, а школы нет, ни, в каком здании занимались, ничего. Сейчас да. Ей как себя оградить. Вот в чем дело. То есть, что мы учились неправильно, и кто-то виноват. Ну да. Давно надо было прикрыть эту лавочку Поповскую. Да, вот в чем дело-то. А они этого не сделали, вот это теперь вина их. Она будет открещиваться под клятвой, под анафемой. Мы здесь сразу, что когда не надо было так идти-то, нужно было, что деревня получили, давайте нам школу, просить школу надо было, чтобы построили школу. А мы этого не просили, сами построили и учили. И этим просчитались. Да, надо было, видишь, как. А некогда я начал там... Дом культуры, чтобы построили там, магазин. Ну, скажи, у нас вот храм Божий, это дом культуры настоящий. Да. Они начали кладбище говорить, и нашли место только одно, на Елбане. На Елбане вон там, ниоткуда вода, говорит, не попадет туда. Я говорю, так а у нас же тут было кладбище, это оно неправильно говорит. Я говорю, да здесь же глина жирная, она жирная? Я говорю, да, жирная такая, я строитель, знаю. Она сразу в другой кабинет и говорит, нет, тогда она правильно у вас. 100 лет кладбище было правильно, на 101-м году неправильно. Не на 101-м. На 200. На 201-м. Ну, да. Это только зарегистрировано, когда была Потеряевка, как основана. А первый человек, то он вообще нигде не был. Это намного больше 200 лет уже. Ну да. Это только в списке она попала. Сейчас неизвестно, чем они кончат. Сейчас они, видишь. Они сами не знают, а что делать. Совсем нет, значит, что мы не будем там что молчать будем. И так. Ну, пока начинайте, учитесь, а там посмотрим. А платить кто учителям будет? Да зачем вам платить, вы верующие? Платят-то 8-9 тысяч в месяц. Ой, больше, чем у меня пенсия. Да. Во, выдвигает Игорь технику. И кто там за рулем? Надо вот там ехать. Не ищи. Ну, это серьезно, мне вторая. Уходи с дороги. Уходи, уходи. Он знает куда. А там яма может упасть. Добрый день. Иеремия за рулем. Вот какие у нас тут имена. Пересыпается дальше колеса горох-то. А горошница будет, поедим горох. Так, твои посомые вон они где. Ты уже. Постой здесь, покарауль, чтобы они сюда не убежали. Я пойду в баню, там дров подброшу. Да иди, палка мне не нужна. Иди, ты можешь поближе подойти, чтобы...